Всем привет! Получаем очередную посылку. Выиграли эту посылочку на стриме от канала «Життя прекрасне». Посылка пришла с Украины. Ссылку оставим канала в описании. Хороший канал, подписывайтесь. Очень много интересного видео на канале. Приятно получать посылки, особенно сладкие. Там нам до этого тоже перепал две шоколадки и книжка записная. Еще присылали нам ребята 2 килограмма конфет. Так, в данной посылке тут у нас открыточка. Всю вашу семью поздравляем с наступающим новогодними и рождественскими праздниками. Мира, любви, Божьего благословения вашему дому. Целую, обнимаю. Маша. Так, открытку, за открытку спасибо. Так, тут у нас пряниковая хатинка. Красота пришла пряничками. Тут даже какое-то украшение или что-то. Это посыпка. Очень красивая упаковочка. Да. Так, что у нас тут видит? О, вот это вот красота. Вот такой вот носочек. С пандочкой. С такой милой пандочкой, миленькой. Малышке понравится. Она еще влажна. Да. Ляля будет рада. Красивый. Сапожек крепится на липучках, как будто он тут сидит. Как это называется? Не знаю. На голову фондана. А тут шарфик. Это, скорее всего, точно, наверное, сам вязаный, потому что красивый, мягкий такой. Обычно на заводе такие делают. Ну, тоже красота. Примерим. Так, и самое важное. Набор шоколадок Kinder. 12. Подарки шикарные. Таких стримов бы побольше. И выигрышей тоже побольше. Ребята, спасибо большое за подарок. Очень шикарный. Кто послал 10 всяких разных вкусных. Ребенку понравилась очень такая игрушка вообще. Набор подарок очень шикарен просто. Канал называется «Життя прекрасное». Ссылку оставим в описании. Как я говорил, очень много хороших видео на этом канале. Подписывайтесь. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Кто поставил палец вверх вниз, тоже большое спасибо. Все, ребята, на этом наше видео обзор выигранного подарка заканчивается. Выигранного. Все, пока-пока.